Приветствую вас на канале Старая Голубятня. Я Валерий Хаблов. Тема сегодняшнего видео — заготовка и первичная проточка материала. Сегодня у нас яблоня. Эту яблоню уже брали в работу, поэтому делаем проверенным способом. Режем на пятаки и из пятаков вытачиваем изделия. Это, скорее всего, будут чаши. Приступаем. Делаю на глаз установку, поскольку здесь не надо, точность большая. Шурупы закручиваем осторожно. Дерево рыхлое, вполне может сорвать, и крепление будет ослаблено. Кроме того, когда шурупы закручиваются вдоль волокон, это не очень надежно получается. И обязательно нужно подпирать задним упором. Станок надо закрепить, чтобы не бегал по верстаку. Для этого используем большую столярную струбцину. Ну вот. Подготовка произведена. Thank you.
Ну вот, заготовка выточена. Дерево рыхлое, пористое, но после сушки станет тверже, обрабатываться будет лучше, шлифоваться будет лучше. Деформации при таком раскрое незначительные, то есть окружность почти сохранится в нетронутом виде. Поэтому здесь можно оставлять меньше толщины стенки. Вот. Дерево однородное, высыхает равномерно и можно не опасаться трещин. Я думаю, недели за две высохнет, может даже раньше. На этом все. До новых встреч на канале Старая Голубятня.